Константин Тимофеевич, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 10 июля 1909 года в станице Тихорецкая Краснодарского края в семье рабочего. Окончил неполную среднюю школу, работал строителем. В 1932 году окончил Краснодарскую кавалерийскую школу. Участник Советско-финляндской войны 1939-40 годов. На фронте Великую Отечественную войну с декабря 1941 года. Заместитель командира батальона 851-го стрелкового полка, младший лейтенант Константин Першин в упорных оборонительных боях за села Волохов, Яр, Благодаровка, Новостепановка Купянского района Харьковской области в период с 10 по 22 июня 1942 года умело руководил вверенным ему подразделением. Оказавшись отрезанным вместе с 5 бойцами на наблюдательном пункте, отважный офицер организовал оборону и сам лег за пулемет. Огонь его Максима метко косил фашистские цепи. За 17 часов непрерывного боя он уничтожил большое количество гитлеровцев. Отбросив атакующего противника, младший лейтенант бесстрашно ринулся на прорыв и увлек за собой весь свой малочисленный отряд. Расчищая себе дорогу огнем автоматов и гранатами, Константин Першин с 5 воинами пробился к своему батальону. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Першину Константину Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1943 году мужественный офицер окончил военную академию имени Фрунзе. Вышел в запас уже подполковником в 1946 году. Жил в станице Октябрьская Крыловского района Краснодарского края. Работал директором автобазы. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалями. Его именем названа улица в станице Октябрьская. На здании администрации установлена мемориальная доска.